Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Russian Fear, и мы с вами продолжаем прохождение Space Heaven. Так, ну, пока что у нас довольно-таки печальненько все. Один заключенный, который даже без дверей сидит, и которому очень плохо, судя по всему. Так, ладно, давайте смотрим, что у нас здесь есть. У нас есть лед, но лед нам пока что не интересен. У нас есть три заброшенных корабля, один из них пиратский. Но я думаю, здесь мы с вами зависнем надолго. Так, вы... Гоу. Одевать скафандры. Легов, как говорится, корабль. Вот сюда давай залетим. И чё? Отмена. Вопрос у меня есть. А, тут разбили стыковочный модуль. Понятно. Давайте вот сюда. А, он пустой. Господи, чё я туплю? Я думаю, чё не так? Так, Фир, иди посри. Ты срать хочешь? Давайте. Поспите сразу заодно. Чтобы все были в здравии, так скажем. Это мы включаем. Да уж комфортнее-то, блин, сделать. Температура у них. Ну, простите. Так. Иди. Вы тоже давайте сюда. И ты сюда же. Так, ну полетели вот сюда. Выгружаемся. Как-то вас тут что-то прям помяли. Давайте сюда. Ни хреново вы так жили так-то. В прошлой серии я хотел этот корабль себе забрать, но я не знаю, есть ли смысл в этом. Не стреляйте, это все разберем.
Так, мы погнали сюда. Отлично. И как он теперь должен работать, чтобы мне его разобрать? А еды немного, но все-таки. Все, погнали. Разбираем нахрен этот корабль. И сейчас сделаем себе уже что-то похожее более-менее на хоть какой-то корабль. Плюс научные отсеки. Сделаем себе камеру. Ой, камеру говорю, кровать. А тогда уже дальше пойдем на другие корабли. Тут, я думаю, лома будет, дай бог. Мы задержимся здесь. Так. Технолом корпуса. Тоже 10. Энергетический тоже, инфа тоже, и такой тоже. Опа-на! Почему я не могу с ней ничего делать? Стой. Мия, срочно. Срочно, значит, скафандр. Член экипажа умер, блин. Что случилось? Ладно, так мы не будем делать. У нас есть автосохранение. Остаемся пока что здесь. Сейчас откроем это все. Потому что неохота так хорошо начали просирать, правильно? Бежим сюда. Так, это в автомате, это в автомате. Просто как они так, блин, могли протупить-то? Я вот этого не понимаю. Ну, нажмись уже где-нибудь. Во, а мне это шаттл. Перенос, выбрать все. Все переносим сначала. Будем действовать потихоньку, помаленьку.
сначала хотя бы еда появится. И надо, чтобы они успокоились. Более-менее. Так, нам нужен все же морг, да? Так, так, морг. Морг будет пока что где-то здесь. Как будет? Главное никого не потерять. Тут мы делаем задачи. Стоп. Условия 5-6. Ну давайте по 5, ладно. 5. Так, технолом, потом лом корпуса 5. Потом инфолом 5. Потом энергетический лом 5, потом мягкий. Лом 5. Приближается корабль. Непонятно. Но нейтральный. Так, сейчас поспят. А чё тут у нас чё? Плохие условия, температура. Блин, да вы чё, издеваетесь? Остановить. Я, значит, не так делал. Или наоборот, им холодно. Я вот этого не понимаю. Или им жарко. Высокий. Так, давайте еще построим, наверное, тогда. Терморегуляторы поставим. А куда их тогда ставить? В каждую каюту. Такой давайте поставим на кухне один день. Для настенной лучше. Так. Вот так. Ну и как-то вот так. Так, вроде бы здесь все, да? Лом. Все, собираем. Срочная работа. Погнали. Ой-ой. Что-то произошло случайно. Извините. Давай, разбирай это все нахрен. Что-то они еще не все собрали. Тоже какая-то бойня была, видимо. Но пока что непонятно, что они делают.
Что-то их очень много. И они тут, видимо, все сейчас умрут. Нет. Потихоньку переезжают куда-то. Ну ладно, вы пока этим занимаетесь. У нас тут делов хватает. Плохие условия, температура. Давай вот сюда перенесем. Я просто не знаю, как еще помочь. Радиаторы я поставил, но они пока что не делаются. О, начали делать. Тут температура получше стала. Сейчас, значит, потихонечку доделаем. Космическое питание появилось. Уже хорошо. Келли, с тобой что? Отсутствие туалета. У тебя есть туалет? В смысле отсутствие туалета? Да вот чуваку хреново, он ни жрать, ни срать не может. Тут еще места есть. Температура вроде налаживается. Потихонечку. Так, один забит грузовой. И опять с этой стороны у нас жарко, да, получается? О, господи, соседи. Ну и чё? Мы будем что-нибудь делать? Не надо, соседи, так делать. Пожалуйста. Но пленник этому конец-то, понятно. Он не переживет. Так. Морг почти готов. Они сейчас спать не могут ни хрена из-за температуры почему-то. Давайте тогда ночью работать. Работа. Вот так. А, кстати, вот так, наоборот, делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. А тут работа у нас будет. А, кстати, нет, ты один будешь. Спать у нас вот так. И вот так, например. Посмотрим, лучше это будет или нет.
Так, ну морг это, конечно, замечательно. Ты срать хотела, иди в туалет, блин. А это ночью пусть работает. Так, здесь мы все разобрали. Только осталось забрать, да? Как на него нажаться? Во. Так, по поводу места. Место еще есть. Давай штампуй. Дело пошло потихоньку. Но строить еще дофига всего надо. Конечно. Но ничего не поделаешь. Сейчас в каюту, главное, наверное, достроить, да? Так, это все-таки сюда переместим. Дело пошло. Туалет никто не хочет. Все живы-здоровы. Все работают. Температура вроде бы почти нормализовалась. Так что отлично. Вот это надо переставить маленько. Вот так вот. Так, отлично. Мы можем исследовать. Нам надо койку. Камера сна, медицинская койка. Изучить. Так, кстати, как с наукой? Наука 5, отлично. Так, это я помню. Нам еще надо доделать много чего. Быстро изучаешь койку или нет? Ну, не сказать, что быстро, но по-другому никак. Так, пора лететь к следующему кораблю. Ну, вы, ребятки, давайте-ка сюда. Давайте сесть в судно. Сейчас сохраним сразу, на всякий случай. И полетим мы с вами. С вами полетим. Вот сюда. Посмотрим, что тут такое у нас. Ну да, тут тоже жуки.
Так. Потихонечку. Помаленечку. Выходим сюда. Плохо. Продвигаемся. У Джоя опять паника. Заходим сюда. Ладно, сейчас отпаникует. Крио-капсула. Нова. Ну, кстати, неплохо с оружием обращается. Так, здесь все исследовали. Погнали все пополнить кислород. О, эти тоже ходят. Погнали сюда. Отлично. Это мы все сделали. Ручной режим снимаем. Здесь ручной режим снимаем. Здесь тоже ручной режим снимаем. Но, блин, пока эти хрены не начали разбирать. Все переносим. Погнали. Блин, опять вылетело. Да чё ж такое-то, а? Просто полноэкранный режим надо поставить, наверное. А, мы спасли ихнюю. Отношения улучшились. Отлично. Но нам надо еще одну комнату ставить. Давайте пока перетаскивайте все. Не, наука тоже. В общем, все по мелочи, да? Тел довольно-таки много. А морг не переполняется, интересно? Труп ползуна. Труп человека, член экипажа. Но это наш убитый, это понятно. Так, погнали дальше. Нам надо ее разбирать же еще. Не забывать, да? Базу эту. Это все перенести. Это тоже. Сейчас посмотрим, как наши работают. Да, наши пошли разбирать. Фир пошел один таскать лом и разбирать. Ну, трудоголик, что поделать, понятно.
Так, эти все отдыхают, это полетело. Что-то делать. Нам надо расписание, кстати, сменить. Тут работа, вот тут свободное время. Мэя и Нова будут. Кстати, лучше по три, наверное, сделать, да? Давайте так, работа. Так, сон. По три будет, я думаю, самое оптимальное. Что у нас по поводу медицинской койки? Изучается. А это... При чем здесь... Камера гиперсна, непонятно. Ну, кстати, ему еду сделали, а он помер, да? Ну, бывает. Так, давайте переместим вот это, значит, у нас куда пойдет. Наверное, пока сюда. А это пока сюда, а тут делаем... Еще одну комнату. Вот эту демонтируем. Тут сделаем стену. Так. Такая VIP-комната будет. Большая. Кровать, соответственно. Ну, хотя, они же пересекаться не будут по сну, по идее. Но все равно будет больше народу постепенно, поэтому я думаю, надо сделать все по красоте сразу. Так, вот это сюда. И настенный регулятор. Давай сюда. Так, и иллюминатор такой, да, по-моему, у нас здесь стоит такой, да, такой. Сюда можно побольше, на 3. А, нет, нельзя, на 2. Вот так вот. Ну и, соответственно, дверь. Все у нас замечательно. Вот тут у нас что не хватает? Понятно. Ну, сейчас полетим куда-нибудь дальше. Мия тут еще разбирает все. И вроде бы достаточно неплохо себя чувствует. Даже, может быть, будем увеличивать корабль. Так, тут еще вот корабль, да, у нас один. И вот второй. Плюс лед есть, отлично. Ну, а этот тоже заброшенный. Ну, вообще хорошо. Они нам прямо оставили все корабли. Тогда мы их и разберем. Потихонечку. А шлюз можно переместить? А, понятно, надо второй делать, да? Куда увеличивать, вопрос. Но это мы будем уже, наверное, с вами думать в следующей серии. В этой серии нам основное надо сейчас доразобрать вот эту базу.
будет у нас все хорошо. Ну, нажмись. Срочная работа, давайте, занимайтесь. Еще стульчик остался. Ну, улетели. Ладно. Морг уже переполнен. Человеческий труп. Давайте пятерочку сбросим. А это у нас их слишком много. Не, 11 не надо. Так, 5. Давай, выкидывай их. Правильно, нафиг. Они все новых и новых приносят. Так, ну здесь вроде бы у нас все готово. Тихонечку даже все делается, строится, да? Тут мы все с вами зачистили. Это отлично. Осталось у нас 3 корабля, лед. Даже 4 корабля. 1, 2, 3, 4. 5 кораблей. Вы серьезно? Он тоже заброшенный. 5 кораблей. Извините, микрофон задел. 5 кораблей, которые нам надо здесь разобрать. И думаю, что здесь мы с вами заживем. Ну что ж, подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить ваш большой палец вверх, если вам понравилась данная серия. Также не забывайте писать в комментариях под этим видео, как вы проходите данную игру, либо давать какие-то советы. Я в этой игре новичок, и мне будет это очень кстати. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!